Салют, любители сторис. Давно меня не было в эфире. Всякие дела, суета, короче, там всем, сами знаете. Но сегодня суббота пройдет правильно, потому что начинается она с Дукати. Я сажусь на байк и мчу в парк Патриот, потому что сегодня финальный день форума «Армия». Там, короче, военно-патриотические игры, авиашоу, все такое, брательник там будет. Так что, если вдруг вы там тоже будете, увидимся. Первый раз, на самом деле, сюда приехали, в парк «Патриот». А так вышло, что сослуживец Макса, полковник, да, управляющий здесь парком. Поэтому у нас, значит, VIP-билеты. Собственный, пожалуйста, водитель с УАЗиком. И будет нас везде теперь возить. Сейчас едем на форум, потом на танковый биатлон, да? Да. А за рычагами дадут посидеть? У меня опыт есть, Макс. Договоришься там? Влияет на аэродинамику и управляемость. Это хорошо, но сейчас скажи, ответь мне и нашим подписчикам на вопрос, почему ты на Дукалиса похож? Потому ты в курсе? Что я родом из 90-х. Родом ты из 90-х. Все. Ну, в общем, тут, короче, С-300, понимаешь? Вот. В кабине все нормально, но вот понимаешь, в чем дело? Вот. Все хорошо, да, вот получается, подъемки, тут температуры, все, пожалуйста, ключи, запуски, видите, но крючка нет, вот реально, вот, ну, куртку вот просто некуда повесить. А так, вроде, техника серьезная. Ну, блин, без крючка, ну, как вообще? Все. Вот это, блядь, мощь. Извините, пожалуйста. Реактивная система залпового огня сработала. Слушайте, это БМП-3. Короче, мы на динамической программе. VIP-трибуна. Вот это круто. Здесь, короче, техника вся демонстрирует как раз то, для чего она сделана. Демонстрировать. И да, не допустим. Управляем ракеты по мишеням. Есть. Макс, там что, дрифт, смотри. Понятно. На самом деле, это дымовые завесы, которые сейчас все озеро накрыло, и типа войска перемещаются. Итак, внимание!